Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема «Переход в пятое измерение. Закрепление результата. Отец Абсолют. Практики». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я расскажу вам о том, каким образом вы можете сохранять уровень вибраций своего нового тонкоматериального тела в течение всего дня, а не только во время практик и медитаций. Для этого вам нужно закрепить результаты вашей работы на подсознательном уровне. Другими словами, вам нужно заложить в свое подсознание новую программу, которая и будет поддерживать вибрации вашего нового тела на должной высоте. У каждого это может происходить по-разному. И здесь вам нужно проявить настоящее творчество. Найти ту особенность вашего организма, то ощущение, которое станет для вас отправной точкой для этой работы. Положим, вы уже хорошо освоили практику сотворения своего нового тонкоматериального тела, которое включает в себя все три практики из моих предыдущих посланий. Вы научились максимально разряжать свое физическое тело и размывать границы, соединяющие его с эфирным телом. Вам нужно очень хорошо запомнить те ощущения, которые возникают у вас в момент совершения этой практики. Это нужно для того, чтобы вы могли в любой момент и в любой ситуации вызвать в себе это ощущение, почувствовать свое новое тонкоматериальное тело. Это могут быть легкие волнообразные движения по всему телу, вибрации порой довольно ощутимые, покалывание, пульсации и так далее. Необходимо приучить свое тело быстро вспоминать свое новое состояние, не давать ему падать обратно в трехмерность. Но на данном этапе в этом ему может помочь только ваше сознание, которое будет напоминать телу о его новых способностях. И чтобы этот процесс развился плавно, гармонично и стабильно, ваше сознание тоже не должно падать в вибрациях, в какие бы ситуации вы ни попадали. Поскольку сознание человека первично, то именно оно запускает все физиологические процессы вашего тела. Как вы уже знаете из собственного опыта, любой стресс и любое выпадание из привычной для вас зоны комфорта всегда влечет за собой последствия на физическом плане. И сейчас, чтобы избежать этого, вам следует быть предельно бдительными и внимательно отслеживать все свои мысли и эмоции. Теперь от них зависит и скорость трансформации вашего физического тела в световую кристаллическое. Каковы будут ваши мысленные посылы своему телу? К такому состоянию оно и будет стремиться. Практики, которые я вам даю, это лишь вспомогательные инструменты для вашего сознания, которое является первостепенным в вашей жизни. И сейчас наступило такое время, когда вам подвластно все, что не противоречит желаниям вашей души и божественной целесообразности. В помощь вам идут энергии самых высоких вибраций, а силы света ведут каждую чистую душу, вставшую на путь вознесения. Помогите же и вы им, родные мои. Держите в чистоте свое сознание и сохраняйте уровень вибраций вашего обновленного тела, которому сейчас непросто, поскольку пока оно еще продолжает существовать в мире третьего измерения. Такого эксперимента еще никогда не было во Вселенной. И вам выпала честь стать первопроходцами и сотворцами процесса вознесения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему закрепления результата.